Приветствую! В сегодняшнем видео решил показать, как правильно кодировать под один ключ все замки на мотоцикле BMW R1200GS. Начну с того, что в один комплект входит вот такой цилиндр, вот такие мелкие детали и не совсем понятная инструкция. На упаковке написано, что сборку и кодировку ключа должен делать только специалист. Но я же тоже специалист. Я покажу, как это можно сделать. Для сборки нам понадобится две руки, ключ, цилиндр, еще так называемая личинка. Заранее отсортировав по номеру единичка, двойка, тройка. На каждом из таких, будем называть, чипов есть номерок. Я их заранее отделил, чтобы один и тот же номер не вставлять повторно. Как правило, в единичку входит 4 штучки, в двойку 4 штучки, в тройку 4 штучки и пружинки. И вот такой вот один ключ, который не закольцован, который идет с разрезом, он один. Самое первое, что нам нужно найти, самый крайний, который идет к замку. То есть с одной стороны это выход узкий и вход широкий. Вот самый крайний вход здесь. Ставим сюда пружинку. Теперь вот этот ключ усиком, крючком, да, скажем, ставится к пружинке, чтобы она могла, пружинка, двигать эту деталь. Щелчок. Все, она стоит на месте, она никуда не денется. Не забываем, дальше берем пружинки и вставляем последовательно в каждое отверстие. Берем номер один по порядку. Как уже сказал, вот этим крючком к пружинке. И начинаем от замочка по очереди вставлять. Вставил, вставляем ключ. Подходит идеально. То есть она не выпирает ни с одной стороны, ни с другой при вставленном до конца ключе. Вставляю ключ. Вот, она торчит. То есть она не подходит, не на месте. Вытаскиваю. Убираем единицу, ставим двойку. Вставляем двойку, вставляем ключ. Торчит. Тоже торчит. Не подходит. Вытаскиваем. Ну, теперь понятно, что подойдет теперь тройка. Все, все три идеально. Теперь важный момент. Пальцем придерживаем все чипы, чтобы не вылетали. И продолжаем в том же духе. Важный момент. Обязательно последнее, когда вот начальный ключ и следующая с обратной стороны доходим, одна остается пустая. Эта пустая заполняется фишкой только в случае, когда эта личинка идет в замок зажигания. Все остальные случаи она оставляется пустая. После того, как цилиндр собран, все стороны идеально. Ну, также покажу, как его вставлять. Но это очень просто. Это уже вставляется, в моем случае, в кофровую систему. Вставляется ключ. Проворачиваем. Крутим. Щелк. Щелк. Все. Ключ на месте. Он защелкнулся. То есть можно вытаскивать ключ совсем без проблем. Вкратце объясню, почему это удобно. Одним ключом можно включать замок зажигания, отмыкать, замыкать навигатор, открывать, закрывать бак, топ-кейс, левый, правый кофр. То есть 6 точек можно открывать одним оригинальным ключом. Для этого не нужно, как раньше, там 2-3 ключа. У меня, допустим, до этого на Хонде было 2 на кофры, 3 топ-кейс и 1 замок зажигания и бак. Для всего этого нужен всего лишь один ключ. Всем удачи! Увидимся на дорогах!